Всем добрый день. Вот голуби, которые на соревновании. Немножко птица приболела. Немножко. Кое-что поздыхало. Вот их насыпал им кушать. Они вроде кушают. Есть еще придавленные голуби. Вон сизая голубяна. Неактивная. Скорее всего, что его тоже надо убирать. Очень много погибло голубей. Насыпал им кушать, они слетают на корм. Кировоградские. Вот. Балка. Сейчас выпаиваю их лекарство. Посмотрим, что с этого получится. Тоже крымачка балта. Они, конечно, придавленные голуби, но более-менее. Черный тоже балт. Они хотя бы вылетают. Трудно кого-то винить, тут как бы виноват сам. Хотели побалдеть, а получилось как получилось. Приобрел камеру хорошую. Думал, блин, будут съемки. Покажу людям, как птица летает возле Черного моря. Получилось, как всегда. Такая вот
наш судоремонтный завод. Камера неплохо достает, приближает. Ну, пока третий день я выпаиваю голубей. Будем смотреть, что с этого получится. Так, я смотрю, более-менее стая ровная. Есть только парочка таких придавленных. Красненькая одна, сизая. Так, голуби более-менее ровная стая. И сейчас пропаиваю, не хочу трогать. Не хочу трогать. Вот на этом и все, весь репортаж. Что рассказывать, показывать? Показывать нечего. Что могу сказать? Выпаиваю я SL44 и Цианофор вместе. Этот курс на 2 недели. Дай бог, чтобы это все остановилось. И не продолжалось. Много очень интересных голубей было потеряно. Они подлетывали, все. Но мы предполагаем, а кто-то располагает. Вот такие вот дела. Все, всем спасибо, всем до свидания.